Плюс почти 500 миллионов евро на вооружение Украине. Но это не новость. Новость в том, что закупку оружия спонсирует Европейский фонд мира. Подчеркну, фонд мира. У меня было много попыток получить информацию от Белорусского фонда мира, от Российского фонда мира, от Советского фонда мира. Как они вообще смотрят на российскую агрессию против Украины? Я не получил ни одного критического комментария. Боюсь, что у меня нету комментария. Извините, я занята. Это не ко мне вопрос. У нас все мирно и спокойно. В Хойниках вы не были и не видите, какое у нас чудесное голубое небо. Здесь даже фраза «хочешь мира, готовься к войне» не подходит, потому что Украину вооружают целенаправленно, чтобы убивать русских. А убивать украинцев никто не собирается из русских? Или это другое? Вы не понимаете, это другое. Черт бы побрал, а? Этот Европейский фонд мира, который помогает Украине защищаться от русского фашиста. Ксения Лебедева. Я не агент ЦРУ. Пора заканчивать с наркотой и алкоголем. Присвечаю песню урожаю. А зачем? Боли каб зерна намолотить. Баблишка. Лебедева Ксюха, ты пробачь, я не пужаю. Не дай бог. Але жопка трошки поболит. Я этому не удивлюсь. Всех люблю, целую. Пока-пока.